Армянская мафия, по-другому армянская сила, криминальная организация США и уличная банда, базирующаяся в Лос-Сантосе. Требований для вступления в преступный синдикат довольно мало. Как правило, необходим IC-возраст от 21 года, второй уровень персонажа, водительское удостоверение и хорошая физическая подготовка. Перед вступлением обязательно изучите основы ролл-плей, например, F10 помощь, и узнайте IC-прикрытие мафии. Иными словами, ПРП у каждой преступной организации есть свое прикрытие, будь то русская баня, либо итальянская винодельня. Каждый лидер банды самостоятельно выбирает и отыгрывает прикрытие своей организации, поэтому прикрытие может быть разным у разных лидеров одной и той же мафии на разных серверах. Найти информацию по прикрытию можно на форуме, либо спросить у игроков, причастных к данной мафии в ходе игрового процесса. Найти респаун организации можно по бордовой иконке с изображением трех людей. Теперь перейдем к интерьеру. Вооружение мафии входит тяжелый пистолет, обычный пистолет, револьвер, микро-СМГ, СМГ МК-2, автомат Калашникова, его короткий вариант, Гусенберг и автоматический дробовик. Также, помимо этого, нажав на английскую кнопку M, вы можете зайти в меню фракции, где можете ознакомиться с участниками и новостями организации. Транспорт организации для новичков доступен не каждый. Регулировку доступности к транспортным средствам изменяет лидер, который на свое усмотрение ставит желаемый ранг. После вступления в преступный синдикат вам будет выслано приглашение в спецсвязь, в результате вступления в которую вы в полной мере сможете ознакомиться с информацией и делами, которыми промышляет ваша организация. Приятной игры на GTA 5 RP!